Фристайл, зачитаю. Правда, не умею, поэтому буду нести всякую хуйню. Это уже говорит с трудом, подождите. Да, я самореализуюсь, чувак. Можно? Сегодня в Seven Club играет группа Тапок. Все будет зашибись. А дальше, короче, я что-нибудь придумал. Следующая песня называется «Вечеринка каждый день». Клуба. Пожалуйста, если прыгаете, да, то не заденьте, пожалуйста, проектор, потому что он очень много стоит и никому не хочется платить за него. Окей, ребята, договорились, да?